Мир. Всем привет, с вами, как всегда, Игорь. И сегодня наступил день, который я ждал примерно месяц или пол. Помните, в прошлом году был гастрофест по ресторанам, предлагали сеты по 24 рубля. Так вот, с 23 февраля по 12 марта будет гастрофест по кофейням. Всего будет 20 заведений, и будет фиксированный сет ценой 5 рублей. И в него будет входить авторский кофейный напиток и какой-то сюрприз в виде десерта. Если вы меня знаете, знаете, куда я отправлюсь. Вадим? Привет, да. Никто еще не брал? Брали, Игорь. Ты не первый. No, God! No, God, please, no! 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 Естественно, вкусно. Вадим? Пока. Давай. Все, удивляюсь? Да, все. Все, голосуй за нас. Естественно. Это что же делать? А, было бы прикольно. А? Было бы хорошо, да. Спасибо. Все в самом дружелюбной кофейне. Все, удачи. Пока-пока. Обожаю все. Давайте проем. Короче говоря, заходите в сёр, берите сет. Он очень классный. Если, кстати, вы оплачиваете картой Альфа-банка, вы получаете бесплатный кафан за день, где берете сет. Это вам так, лайфхак. И ходите по разным заведениям, ставьте штампики о посещении. И соберете 10, получите кружку. Соберете 15, килограмм кафана и кружку. Так что дерзайте, а я пошел по другим заведениям. Новое заведение. И сегодня я иду в кофейню на Свердлова 26, которая так и называется. 26, посмотрим, какой сет у них. У них. Какой у них сет, короче? Да. Буду сет. А, окей, да. Thank you.
сейчас буду пробовать и оценивать. После 26 я решил пойти в Union Coffee, потому что я думаю, это самый популярный сет здесь, потому что его везде рекламируют, все его берут, так что сейчас будем тестить. Здравствуйте, у вас есть места? Пока, к сожалению, только по броне. По броне? Как же ваш чудесный сет? Наш чудесный сет есть, вот. Но пока что я могу предложить места за баром. Все за баром.